Благодаря этим людям в середине 20 века на карте губернии появился город Новокуйбышевск. Была построена одна из самых крупных в Европе гидроэлектростанций – Куйбышевская ГЭС. В Самаре в день памяти жертв политических репрессий вспоминали тех, кто боролся за светлое будущее страны, но попал в жернова тоталитарного режима. Место сбора в областной столице неизменно – мемориальный комплекс «Спас» в парке Гагарина. Каждый год 30 октября на этом месте собираются жители, дети и родственники репрессированных, чтобы возложить цветы к одноименному памятнику. Была черная полоса в жизни нашего государства, которую до сих пор не признали. Поэтому ежегодно мы напоминаем о себе, мы пытаемся все-таки отстоять свою честь и достоинство, свои права жертв политических репрессий законными путями. День памяти установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 91 года. В Самарской области с 1992 действует Ассоциация жертв политических репрессий. Она объединяет многие города региона – Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Самару и другие. Членами ассоциации являются разные общественные объединения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Ежегодно мы здесь встречаемся и проводим именно время для того, чтобы помянуть этих людей, вспомнить о них и рассказать молодому поколению о том, чтобы ни в коем случае не надо забывать историю своего государства. Какая бы правда ни была горькая, но она должна быть правдой, правдой для молодых людей, чтобы они истину знали и ни в коем случае не забывали. Посчитать точное число всех репрессированных невозможно. Как отмечают эксперты, безвинно пострадавших миллионы, а значительное число их нигде не было учтено. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.